11 высказываний легендарной Ванги. Не борись с дураками, они не больно страшны. Не пробуй их исправить или изменить. Не думайте, что вся жизнь впереди. Это заблуждение. Промежуток между временем, когда человек еще молод, и временем, когда он уже стар, очень невелик. Не обещай, если не уверен, что выполнишь обещанное, ведь боль, которую ты причинишь другому, рано или поздно к тебе воротится. Когда-то у Ванги один человек спросил: «Скажи, а почему мне счастье так трудно достается?» Она задумалась, а потом ответила: «Ты сильный, а сильным людям счастье трудно достается, чтобы слабым полегче было». Не желайте слишком многого, вы не сможете расплатиться. Бог не может быть на свете, Бог — это и есть свет. Нет Бога в человеке, но человек в Боге есть. Если хочешь победить врага, сделай его своим другом. Душа не умирает. Только души плохих людей озлобляются, и их не призывают на небо. Они не перевоплощаются. На землю возвращаются только самые добрые и лучшие. Одним подарком радуйся, других берегись. Ищи желаемое всегда и всюду, чтобы с тобой не происходило. Ищи желаемое так, как жаждущий ищет воду, как голодный пищу, как заблудившийся тропинку к дому. Если искать не перестанешь, желаемое само придет в твои руки. Все определено свыше. Раз человек верит и трудится, то рано или поздно находит верный ответ. На любой вопрос есть ответ, только нужно знать, как задать вопрос и какой ответ тебе нужен. А если ты за свою жизнь не определишься, то так и будешь задавать свой вопрос, и на него так и не будет ответа.